Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Я уношусь с тобою в сказку, где крик павлинов, плеск воды и рыцари, что звезд прекрасней, принцессам дарят свои сны. Это стихотворение я поставил эпиграфом к своей книге «Три принцессы», которую я писал в 2014 году. Ну, опубликовал. И вот тут вот идет эпиграфом на первой странице. А на 17-й странице я вложил это стихотворение в уста принцессы Жизиры. Вот здесь 17-я страница. Само стихотворение я не стал специально продолжать, остановил на этом, потому что считаю это стихотворение законченным произведением и не нужно его продолжать. А книга моя «Три принцессы» о реальном моем предке, который в 1627 году спас трех принцесс. Романтичным таким образом, и в итоге стал супругом одной из них. И две другие старшие принцессы стали супругами его старших братьев. Эта романтическая история произошла в 1627 году. Вот такая вот основа для этого стихотворения. До свидания, до новых встреч.